что? Покажу, чем я буду питать сегодня свою бицуху. Только вот доделаю подходик. А вот и мой обед. Это живая каша, и абсолютно непонятно, из чего она сделана. Это мой первый прием пищи. Нажми ролик на паузу и напиши свой вариант. Из чего же она, эта каша? Это вместе съедается с луком и чесноком и чечевичными котлетами, которые приготовила моя любимая. Здесь у нас лист салата и цельнозерновые хлебцы. Салат из репки, из салата, из листа салата, капусты и кунжута. А вот это у нас, ребята, гвоздь программы. Это сыроедческие кислые щи. Вот они, эти кислые щи. Не смотрите, что здесь написано «Жигулевская». Это просто баночка, когда-то оно здесь было. Вот, сквашено это все на ржаной закваске. Ржаной закваской. Далее, что-то забыл. В салате у нас еще огурец присутствует. И вместе с салатом и с кислыми щами я съедаю... Это что у нас за грибы? Похож на пантерный мухомор, но это шиитаки, друзья мои. И ежовик гребенчатый. И далее у нас самая приятная часть программы. Это коктейль из фруктов, бананы, салат, киви, яблоко и зеленая гречка. Оп! Зеленая греченька. А каша, друзья мои, из конопли и пожитника. Конопляное семя пророщенное и семя пожитника тоже пророщенное. Будьте здоровы!